Ну, а сюда у нас переселились 8 деток чихуахуа, дети нашей Жаночки и Анфисы. Хочу напомнить, что Жаночкиных целых 7 щенков, а Анфисы на один беленький малыш, мальчик граф Орлов. Но мы детей разделили, когда они родились. Родились они в один день, 10 февраля. Жаночка нам с утра родила 7 щенков, и у Анфисы из 4 остался жив один беленький, граф Орлов. 3 щеночка не выжили, и мы решили их разделить, да, чтобы Жаночке облегчить все-таки выкармливание. И вот теперь у Анфисы 3 щеночка. Ну, посмотрим, сейчас они все перемешаются. Это Гагра, Севас и граф Орлов. А здесь у нас Севан вот кушает, прикатился. Прикатилась Евпатрис, Сибирь голубая, шоколадная. Мелек и черно-подпалый, вот этот курносый красавчик, Митридат. Кстати, ребята, по поводу длины шерсти. Мне кажется, что теперь уже понятно, сегодня им 22 дня. У нас длинношерстный под вопросом, это только Севан, вот этот, который там он нарядненький такой кушает активно с белым. Остальные все дети короткошерстные с подшерстком. Поэтому вот так. Необычно получается, и только когда щеночки подрастут, можно понять их тип шерсти, то, о чем мы говорим. Единственный вариант, это вот наша вот Акса здесь вот лежит, кушает. И ее дети, которым сегодня 10 дней, они все длинношерстные, потому что от 2 длинношерстных собак мамы и папы рождаются только длинношерстные. В остальном это сюрприз, и никто не может знать, какие они. Хотя Севан тоже, похоже, короткошерстный, но у него много подшерстка. Он такой будет с гривушкой такой красивой. Вот такие вот у нас дела, ребята.